сегодня мы снимаем, провожаем всем игру Дуздам. Это моя любимая игра детства, Дуздлик. Все в нее просто рубились. Это обычная версия пока. Самая любимая. Мы будем сегодня проходить все версии. Ну ладно, давай все. А на фоне играет супер классная группа Big Bang. Это друзья кей-поп. Ой, уже упала. Корейская музыка. Вообще супер. Всем советую послушать. Песня Бэм-бэм-бэм. О, теперь версия пиратов. Бэм-бэм-бэм. Бэм-бэм-бэм. Все, друзья, послушайте. Это ссылку в описании поставим. Ой, не ссылку, а название песни. Нара, Дапучама. Вообще балдем эта песня. Этой группы вообще. Смотрите, карта. Нет! Она бы нас провела. Окей. Теперь пошла версия ниндзя. Давай, ниндзя. Там такие 5 красивых мальчиков поют. Вообще классные голоса такие. Эх. Кстати, смотрите, что будет, если наступить на это. Давай заново. А что ты меняешь? Здесь пошла версия кролика. О, это Пасха, а не кролик. Ой, пасхальные яйца. Цветочки. Цветочки и яйца. Ну давайте еще раз, она была прикольная. Бэм-бэм-бэм. Это мои подружки любимые песни. Бэм-бэм-бэм. И наша. Сейчас кей-поп становится популярным. Я в школе слышу, как многие начинают его слушать. Ой, там групп целая куча. О, точно. Ой. Вон там он, как Франкенштейн вообще. Страшненько так. Костя. Тут чем еще? И конфетки. За столько лет появилось много вот этих версий, которые мы все покажем вам. Когда я была маленькая, было где-то 5 или 6. А сейчас стало гораздо больше. Давайте. Так интереснее. Космос! О, космическая, любимая моя. Там еще... там есть гигантская ракета. И это еще не все. Кстати, заметила, что мы еще ни одного монстра не встретили. И Крейг получше, чтобы встретить. И пострелять в них. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, кометы! Батути! Я иду к тебе. Молодец. Смотрите, кометы. Окей. Расскажу вам про обычную версию. Там зеленые. Футбольная моя любимая. Зеленые платформы. Смотрите, мячики, мячики. Футбол. Здесь, кстати, Леонель Месси. Здесь, кстати, супер. Очень сейчас легко встретить можем, потому что их тебе самих подкладывают. Да ты еще ни одного не встретил, давай-ка. А, ну сейчас их столько будет, что я не настреляю. И они кричат там. Эта песня уже давно заново началась. И они там кричат, У-И-У-А-А-Тин-Тин-Вон-Вон-Ми-Мэн. Тоже классная песня. Вот. Что такое? Я, монстры! Это что за... Их сейчас много очень. Ой-ой-ой-ой. Обидно. Вот морская. Опа, подводная. Пузырики. Пузырики. Мы очень любим пузырики. Да. Эта игра так нравится мне. Ее можно хоть самим нарисовать. Это как бы человек сам нарисовал. Ну и... Игра теперь на телефоне. Вон там даже клеточки на фоне. Вообще просто все в нее рубились. Один кто-нибудь играет, а все... Человек 5 у нас мальчиков сзади стоят и смотрят. Джунгли! Прошли снеговички. Ой, зимняя, я обожаю. Снежками стреляем. Снежочек, костюм Санта-Клауса. Кстати, в конце
знаем, как у нас на улице в России. Ну, в Уфе. Угу, мы живем в Уфе. У нас уже снежок выпал. Это так классно, 29 числа. Надеюсь, он теперь не растает. Ну, не растает, конечно, но... Это... Кстати, самое классное время года, мы зима. Мы еще пойдем гулять и там снимем, как мы гуляем там. Ой. Смотрите, монстр первый. Нет. Ну, давайте. Ну, смотрите, так? Вот эти вот. Я, это самая полярная версия. Давай. Полярная. Целых две зимние, обожаю. Смотрите, здесь типа карабкаешься вверх. Есть такая одна игра, вот, где карабкаешься вверх, там еще лето, есть всякие гробницы ищешь. Я не помню, как она называется, но обязательно посмотрю в интернете. Посмотри, посмотри. А, что это? А это острые сосульки там под этими особыми пластинками. Итак, сейчас мы... Давай играть в обычную версию. Нет, сейчас... Давай. Сейчас мы вам покажем... Ой, зачем вам это? Сейчас мы вам покажем, как у нас на улице. Так.